В 2007 году музейно-выставочный центр на Советское закрыли на капитальный ремонт. Спустя 10 лет филиал историко-краеведческого музея вновь открыл свои двери для посетителей. В течение последних 2 лет там продолжались ремонтные работы, а гостям были доступны залы только на первом этаже. Сегодня в музейно-выставочном центре имеются выставочные площади размером 800 квадратных метров, в том числе большой зал на втором этаже, это 400 квадратных метров. Только на ремонтные работы было направлено порядка 25 миллионов рублей. В том числе проведены мероприятия по созданию условий безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Это пандус и санитарная комната на первом этаже. Просторный зал на втором этаже позволяет проводить крупные фотовыставки, знакомить жителей и гостей города с живописными и графическими работами. Руководство планирует сделать акцент на межмузейном сотрудничестве. Уже сейчас ведутся переговоры со столичными галереями. Дебютный проект, созданный совместно с художественным музеем, выставка «Комбинат искусств», демонстрирует преемственность поколений. Здесь представлены полотна мастеров рубежа 19-20 веков, а также современных живописцев Ивановской земли. Мы впервые сравниваем, сопоставляем, вот, практически предоставив одинаковое пространство как классикам Ивановской школы живописи, так и представителям современного поколения. Еще одна площадка для культурных мероприятий – обновленный конференц-зал на 138 мест, оснащенный современным кинооборудованием. Здесь планируют проводить показы видеоарта, а также устраивать тематические лекции. У нас около 1000 квадратных метров выставочных площадок. Кроме этого, во-первых, залы разной площадью, что позволяет нам принимать выставки частных коллекционеров, различные коммерческие выставки. И вот такой масштабный проект, который мы совместно с Ивановским областным художественным музеем реализовали здесь, на нашей площадке. Руководство музея подчеркивает, что ставку делают на крупные проекты с другими музеями России. Все условия для культурного обмена есть. В планах обновить технические помещения, хранилище, а также отреставрировать масштабную диораму. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.